Жду от тебя конкретики. Все. Я тебе побью. С удовольствием. Всех приветствую. Бывший чемпион Беллатора в среднем весе Александр Шлеменко не отрицает, что в будущем может провести поединок с Александром Емельяненко. Ранее Емельяненко подтвердил, что готов подраться с Александром, тогда как глава лиги AMC Fight Night Камил Гаджиев также выразил заинтересованность в организации данного поединка. «В данный момент мне сложно сказать, выйду ли я на бой против Александра Емельяненко или нет», – заявляет Шлеменко. «Пока что все время уходит на организацию турнира моего промоушена. В той же программе Камил Гаджиев правильно сказал, у меня на март запланирован чемпионский бой в организации Хабиба. Это для меня первостепенно, а потом посмотрим. У меня есть еще интересные бои, но повторюсь, посмотрим, все может быть. Считаю, что сейчас ему не надо забегать дальше своего боя. Хочу пожелать Александру победы в бою над Марсио Сантос. Надеюсь на его победу. Напомню вам, что перед поединком Емельяненко с Михаилом Кокляевым Шлеменко тогда был готов провести бой с Александром. Вот та словесная перепалка годичной давности. Здравствуйте всем, люди добрые. Здесь наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти со мной на ринг, готов был заменить его, если тот вдруг травмируется. Ну давай, Саша, если ты не бздила картонная, подеремся с тобой по правилам бокса. Я тебе побью. С удовольствием. Всем привет. Сегодня Александр Емельяненко вызвал меня на бой. Неожиданно и приятно находиться в статусе вызываемого Александром Емельяненко на бой. Тем более, в последнее время к Александру выстроилась уже целая очередь из тех, кто его вызывает на бой. И приятно быть в списке первых, кого Александр вызывает на бой. Александр, как ты выразился, бздила картонная. Так вот, я им не являюсь. Принимаю твой вызов по правилам ММА. Так что жду от тебя конкретики. Ну а теперь, как мы видим, все может возобновиться. Тем более в связи с развитием трэш-тока в России, бойцы могут раскрутить данное противостояние. Но, конечно, если это будет интересно Александру Шлеменко. Почему ему? Да потому что Емельяненко готов выходить на бой с любым оппонентом. А как вы думаете, возможен данный бой или нет? Пишите в комментариях.